Готов? Да. Поехали, Ставь Митрофанович, дубль один. Старик Митрофаныч идет на работу, он должен кормить своих маленьких внуков. Их папаша сидит, их мамаша в могиле, он должен работать, такая вот штука. Старик Митрофаныч работает в морге, работает в морге простым санитаром. Трупы сдохших во время разбора Георги в его смену, поверь, не теряются даром. Старик Митрофаныч, старик Митрофаныч, старик Митрофаныч санитар морга. Сначала старик вырезает им печень, потом вырезает филейные части. В результате процесса старик обеспечен мясом бесплатным, для него это счастье. Старик Митрофаныч, старик Митрофаныч, старик Митрофаныч санитар морга. Он мясо сует, мясорубку скорее, печет пирожки, продает на базаре, покупает для внуков своих Milky Way и бутылку вина соседке Тамаре. Старик Митрофаныч, старик Митрофаныч,